Еще раз закрыли. Картинка номер 6. Приготовились. Открыли. По команде режиссера добровольцы на трибунах создают живой экран, который отсчитывает последние секунды до старта фестиваля «Алтаргана». Остальных замыслов режиссер не раскрывает. Даже волонтеры узнали о своей задаче прямо во время репетиции. Мы вон смотрим вот открытие фестиваля, чемпионатов, видим. Живая трибуна очень же красиво смотрится. Записались волонтеры. Открытия фестиваля по меньшей мере 500 человек. Регистрируют всех участников вот в этом кабинете. Организаторы, к слову, тоже добровольцы. Внимательность нужна наша оперативность, наше понимание всего происходящего. И тогда, я думаю, будет все хорошо. Внимательных и оперативных единомышленников волонтеры еще разыскивают. Пока состав организаторов насчитывает 70 человек. Планируют задействовать еще сотню добровольцев. Прямо за дверью тоже кипит работа, но уже творческая. Здесь репетируют грандиозную встречу делегации из Монголии. Когда я услышала, что «Алтаргана» проводится в Иркутске, я как раз приехала из Монголии в Иркутск, то сразу подумала, точно, я там буду участвовать. Чтобы увидеть международный фестиваль, не обязательно ехать в соседний город. Прямую трансляцию «Алтарганы-2018» можно будет посмотреть на нашем канале. Оксана Тантоева, Инесса Дандукова при содействии телекомпании «Аист Иркутск».